Давление британских СМИ было одной из причин, по которым Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и покинуть Великобританию. Меган даже подала в суд на некоторые таблоиды и уже выиграла одно из разбирательств. Ну а кто-то решил признать свою вину и во внесудебном порядке. Так, частный детектив Дэниел Хэнкс сказал BBC, что он незаконно получил некоторую личную информацию, принадлежащую Меган и членам ее семьи. Он рассказал, что его нанял таблоид The Sun, чтобы раскрыть подробности личной жизни Меган в первые годы ее романа с Гарри. Для этого издания он нашел ее номер социального страхования, адрес и номер телефона. «Я глубоко сожалею о том, что сделал. И я на связи, если вашим адвокатам понадобится поговорить со мной. Я готов вам рассказать все, что я знаю, и предоставить вам любую информацию. Я просто хочу, чтобы такого никогда больше не было», — сказал Хэнкс, обратившись лично к Меган и Гарри. Издатели The Sun, News Group, Newspapers опубликовали заявление, в котором признались в найме Хэнкса. Однако они утверждают, что ему не поручали совершать какие-либо незаконные действия или нарушать какие-либо законы о конфиденциальности. Более того, ему было дано четкое письменное указание действовать законно, и он подписал юридическое обязательство, что будет соблюдать это. Сам детектив согласен с этим лишь частично. Он заявил, что нашел всю свою информацию законными средствами, за исключением номеров социального страхования, которые он назвал ключевой информацией. В The Sun утверждают, что эти данные были им совершенно не нужны. Меган и Гарри уже отреагировали на признание Хэнкса. Их слова передал прессе представитель пары. Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней все еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности настоящей журналистики, которые сейчас нужны больше, чем когда-либо прежде, — передал представитель Меган и Гарри. Сам детектив сказал, что решил рассказать о своей работе для The Sun, чтобы очистить совесть. Ранее за сотрудничество со СМИ уже извинился и родной отец Меган, 76-летний Томас Маркл. Напомним, что с таблоидами уже судился и принц Гарри. В октябре 2019 года в Высокий суд от имени герцога Сассекского были поданы иски против News UK, владельца The Sun, и MGN, бывшего владельца The Mirror, в отношении предполагаемого незаконного перехвата сообщений голосовой почты. В прошлом месяце Меган выиграла свой иск против издателей Mail on Sunday. Причиной иска были 5 статей, опубликованных в феврале 2019 года, в которых воспроизводились части написанного от руки письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу в мае 2018 года, когда выходила замуж за Гарри. Эта тактика и тактика их родственных изданий Mail Online и Daily Mail не нова. На самом деле они слишком долго обходились без последствий, — заявила тогда Меган. После этого она также подала жалобу на ведущего Пирса Моргана из-за его оскорбительных комментариев. Ранее сама Меган признавалась, что передавала личную информацию авторам нашумевшей книги «В поисках свободы», «Гарри, Меган» и «Создание современной королевской семьи».